Такие виды оружия, как сабля, шпага и рапира, известны Марине Пилипчук с малых лет. Еще совсем девочкой она впервые пришла на тренировку, и тот детский азарт не растеряла и по сей день. Сегодня за спиной победы в соревнованиях и первенствах европейского и международного уровня. И останавливаться нельзя, ведь теперь Марина Сергеевна – начинающий тренер. Я рассказываю, приглашаю детей на соревнования, приходят, смотрят, болеют, желают удачи. Даже когда я уезжаю куда-то, они мне говорят, поддерживают, чувствуется поддержка за границей своих родных, близких, учеников, тренеров, которые болеют за меня. И таких талантливых молодых спортсменов немало. Все они стали участниками традиционного первенства страны, которое позволит определить лучших, тех, кто представит Беларусь на очередных международных соревнованиях в Польше. А потому адреналин и жажда победы в буквальном смысле зашкаливают. Соревнования являются отборочными. Они в результате определяется команда, которая будет участвовать на чемпионате мира и Европы среди юниоров. То есть определяется состав команды. Борьба на площадках развернулась по-настоящему жаркая. На счету каждое очко. Брестские спортсмены в числе сильнейших. А это значит, что претендовать на поездку будут и наши соотечественники.